плед Корфу. Встречайте, мягкий-мягкий, такой приятный, как будто котеночек. И вы сегодня имеете возможность выбрать для себя разного размера плед Корфу. Вот знаешь, как рассматривать цену? Мне кажется, действительно, это выгодная цена. Почему? Потому что это не обивка для дивана, которая стоит порядка 5000 рублей. Это плед, который многофункциональный. Его можно использовать, ведь, Оль, согласись, как это угодно. Это точно. Вот вы вспомните, как часто хочется, придя домой после трудового дня или набегавшись по магазинам и умаявшись с детьми, с внуками, так хочется расслабиться. Именно тут поможет вам плед. Вы садитесь на любимый свой диван и укрываетесь пледом. Я не смогла удержаться. Давай, моя хорошая, покажем. И ты расскажешь о своих ощущениях. Вот самое важное – это мягкость. Если для вас именно имеет значение мягкость, тактильное ощущение, для это меня, ваш да. выбор. Итак, роскошное предложение. У нас есть возможность выбора. Выбора размеров полутораспальный, двуспальный или размер евро. Друзья, знаете, как это здорово, действительно. Вот, Оля, у меня это настоящая мечта. У меня сейчас мама строит дом, у нее будет камин. И я представляю, как у нее будет такой мягкий плед. Укутаешься, чашечка какао. Знаете, жизнь прекрасна. Все. Вот что еще человеку нужно для счастья? Нужен просто комфорт. Мне кажется, и дома вот этот комфорт – это самое важное. Друзья, закажите себе эту мягкость, и вы почувствуете действительно нежные ощущения. Он настолько мягкий, он настолько приятный. Оль, расскажи чуть-чуть про эту ткань. Вот почему она такая мягкая? Итак, наши дорогие друзья, это Wellsoft. Это современный гипоаллергенный материал, который дает возможность нам почувствовать вот этот уют, вот эту мягкость, вот эту гладкость, ворсистость. А посмотрите, кстати, про ворсистость хочется отметить, что здесь у нас ворс достаточной длины, но он настолько качественно закреплен. Я вот сейчас продемонстрирую. Посмотрите, я держу за ворсинки, я держу не за основу. Вот посмотрите еще раз, насколько же здесь у нас ворс плотный, мягкий, и насколько же он красивый. А цветовая гамма какая красивая, вот это натуральная. Да, кстати, Оль, с тобой абсолютно согласна. Ты знаешь, я считаю, что этот плед необходимо купить в каждый дом. Почему? Потому что чаще всего у нас какого цвета интерьеры? Ну, у нас обычно бежевый, конечно. Да. То есть, если вам нужен подарок, друзья, это идеальный вариант, потому что подойдет абсолютно в любой интерьер. И я считаю, такие пледы нужно просто дома в стопочку положить, чтобы идешь в гости, был обязательно под рукой подарок. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что самое главное, что это качественная вещь. Вот часто бывает такое, бытует мнение, что если вещь недорогая, то, наверное, что-то с качеством не то. Мы хотим вам продемонстрировать, что это качественный плед. Я, смотрите, сейчас его испытываю. Он не накатывается. Вот посмотрите, часто что происходит? То есть мы вот таким образом проверяем. И если у нас возникают катушки, вы видите, я здесь их не могу накатать, не накатывается, то есть он не будет портиться. То есть он будет долговечным. Конечно, долговечный. А потом вы только подумайте, как вы можете украсить свою квартиру. Куда он может у нас быть использован? Вот как ты считаешь? Куда угодно, но самое главное, осень, она с чем у вас ассоциируется? У меня, мне хочется осенью комфорт. Вот тебе хочется комфорта, Оль, осенью? Ну, конечно, прохладно. Хочется. Я сразу представляю. Вот, кстати, Оль, у меня еще не включено отопление. У меня дома холодно, действительно холодно. Олечка, у всех холодно. Вот как хочется укрыться в теплый пледик. Пока вы делаете звонки, друзья, мы проверяем качество вашего товара. Кстати, не забывайте, с любой покупкой у вас есть 15-дневная гарантия, возможность обмена и возврата. Всегда. Я беру вот стакан воды, да, ну вот будто бы мы сидим с тобой около телевизора, пьем чай и смотрим телепрограмму. Я вот сейчас покажу. Ну вот пьем, да, вот я продемонстрирую. Если вдруг я пролила воду, да? Да. Вот посмотрите, вы видите, у нас капелька, вот она как катается, посмотрите. Видите? Потрясающе, действительно. То есть у нас есть время быстренько взять салфеточку, быстренько протереть, и плед Конечно, остается чистым. Конечно, абсолютно. Вы видите, этот плед будет отличным, отличным декором. Он не впитывает взгляд, грязь, и потом, вы посмотрите, я вот так вот его стряхиваю, буквально вот так. Вы видите? Все, и у меня не остается абсолютно на пледе ничего. Конечно, я не могу сказать, что он водонепроницаемый. Нет, но если вы брызнули немного, если попало у вас небольшое количество жидкости, эта жидкость у нас вот так стряхивается, и все. А зачем мы вам предлагаем три размера, кажется, друзья? Это идеальная идея для вашего дома. Оль, посоветуй нашим телезрителям, куда использовать, какой размер? Вы знаете, я хочу сразу вам продемонстрировать, что это довольно-таки большой плед. Пожалуйста. Ну, во
возьми, конечно. Знаете, такое же ощущение будет и у вас. Вы как только возьмете плед в руки, вот как только вы почувствуете эту мягкость, вы не захотите с ним расставаться. Сразу говорю, заказывайте два, потому что одним вы будете декорировать, например, свой диван в гостиной, в другом вы будете вечер проводить. А как же кресло, Оля? А у многих стоят комплекты мебели, диван и два кресла. Тогда я рекомендую взять на диван двуспальный размер или размер евро, а на кресло взять два полутораспальных. И будет бесплатная доставка. Не забывайте, пожалуйста, друзья, сегодня у нас акция «Бесплатная доставка» при заказе от 2500 рублей. Это очень выгодно, потому что Почта России сейчас берет до 1500 на доставку. Ну вот, а вы сегодня можете сэкономить. Олечка, давай мне свой плед. Я все-таки хочу показать, как вы можете декорировать свое кресло. Вы посмотрите, вот так. Легким движением набрасываем плед на кресло. И вот, все, посмотрите. Придут к вам ваши друзья, ваши знакомые и скажут: ты что, обивку поменяла? Здорово. Да нет же, конечно, это все абсолютно делается легко и быстро, и ваше настроение поднимается. Итак, друзья, мы вам обещали, что ваш уютный дом превратится в уютное гнездышко с пледом Корфу.